Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.com. Дональд Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что от Вашингтона не последует агрессивного ответа Ирану за нападение на военные базы на территории Ирака. Информацию передает телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники в Белом доме. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут плохо выглядеть в глазах мировой общественности в случае, если нанесут ответный удар. Американский лидер считает, что на текущий момент необходимо воздержаться от ударов в связи с распространением коронавируса в мире и в том числе в Иране. Ранее 11 марта по военной базе Объединенных сил Великобритании и Соединенных Штатов Эт-Таджи на территории Ирака был нанесен ракетный удар. Ответственность за данное нападение Вашингтон возложил на шиитскую группировку Катаиб Хизбалла и Иран. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.com.